Всем хай, Стефан Аспетит, прямиком с нашего нового крутого новогоднего вестерна. Хотите, покажу, что у нас происходит за кадром? Сейчас я вам мозг взорву. Над фильмом работают не только люди, но и животные. На съемочной площадке никогда не бывает скучно. А это наш режиссер. Сейчас мы будем снимать очень важную сцену. Появление нашего пони Геннадия. Шеф сказал, алмазы в Роне. Геннадия украли. Кто украл? Центурион и кролик. Это они! Я сама спасу Геннадия. Ты никуда не поедешь. Пока я несу за тебя ответственность. У тебя же 1,5 миллиона подписчиков. Это же 1,5 миллиона друзей. Обещаю вознаграждение. Я отдам весь свой гонорар от фильма. Она много зарабатывает. Нечестно. Зато алмазы первым увидишь. Какая у вас хорошая доченька. Всем вокруг готова помочь. Кто мог выбрать эту безвкусную пошлятину и бредятину? Вы.